Сейчас шла, вот за холодильник завернула. Смотрю, что-то оранжевое такое яркое. А у нас тут, оказывается, грибы растут. Притом такие нормальные грибы. Красноголовик. Такой вот огромный-огромный хороший гриб, кстати. Но я его рвать не буду. Тут, наверное, в лесу еще есть. Вон там я еще подберезовики видела. Сейчас покажу. В общем, можно никуда не ездить, прям тут грибы собирать. Где-то вот здесь. А вот его сбил кто-то уже. А ну вот, под березовикой сидит. Под березовик. Вот тоже был гриб. Где-то еще я здесь видела. Ну, в общем, а вот он сидит. Вот база. Мы потихоньку работаем сегодня. Сегодня ужасная погода. Весь день мелкий такой моросящий дождь. Вроде как бы сильно не мочит, но неприятно. Иногда бывает усиливается, иногда вот сейчас, например, вроде бы нету. Ну, погода мерзкая. Мы докручиваем задние стенки. Вот эту докрутили уже заднюю. Сейчас вот эту одна доска осталась. Чё? Чё? Мне, короче, Илюха помогает. Мы вчера начали. Он уже под конец подошел, мы дверь поставили. Сегодня помогает. Я бы одна вот эти верхние доски не смогла просто поднять. Это, ну, довольно-таки сложно. Ну, по плану сегодня дошить еще передние стенки и начать зашивать вот эти два пролета. Дальше то прекращается, то опять начинает. Доску переложили. А это уже следующий день. Я иду на стройку, взяла с собой дополнительный инструмент.
В общем, вчера мы кое-как переложили доску, которую привезли с пилорамы. Уже под дождем это делали. И, в общем, все, дальше работа прекратилась. Дождь шел практически не останавливаясь весь вечер, всю ночь. Вот такие лужи за ночь. Буквально вчера здесь было сухо практически, не было этих луж. И сегодня тоже погода не лучше. Такие тучи ходят. Не знаю, реванет, не реванет. Ну, в общем, я иду на стройку. Вот, кстати, наша пилорама деревенская, откуда мы доски берем. В общем, иду на стройку доделывать стены. Чтобы встала следующая дюймовка, нужно выпилить под дверь такую как бы П-образную конструкцию. Чем-то другим, кроме как лобзиком, я даже не знаю, чем это можно выпилить. Циркуляркой тут неудобно. Бензопилой тоже неудобно. В общем, лобзиком, я думаю, получится это сделать. Что мы сделали вчера? Пока не начался дождь, днем мы поработали, зашили переднюю стенку, дошли до фронтона, зашили две задних стенки. Видите, какая чудесная доска у нас, прекрасная. Тоже до верха дошили и начали зашивать стеночку одну пролета под навесом. Тоже не до конца мы это успели сделать. И переложили доску. Привезли еще вчера 55 штук дюймовки, оставшиеся нам должны были с пилорамы. И переложили всю эту доску. Вот здесь она валялась. В общем, сейчас будет удобно здесь брать сразу, отпиливать и уже размещать там, где нужно. И пришлось переложить доску этой же доской дюймовкой, потому что не было вот этих вот прокладочек, маленьких досочек. И они вот здесь вот торчат. И теперь я думаю, что как же зашивать вот этот пролет, если здесь торчат эти доски. Придется их, несколько рядов придется убрать. Но это ладно. Так, в общем, сейчас буду доделывать вот эту стенку. Сегодня я работаю, похоже, одна. Помощник мой немножко слился. Буду как-то одна туда эти доски поднимать. Посмотрим, что из этого получится. Практически. Вот здесь небольшая щель. Ну вот сколько смогла, столько притянула. Ну, в пределах допустимого. А так встала вообще идеально. Идеально. Все, на сегодня отбой постройки. Опять пошел дождь. У меня еще сел шуруповерт. В общем, прикрутила 4 доски. И на этом на сегодня, видимо, работы закончены. Осталось еще прикрутить 2 на этой стене. Ну и поднимать их очень тяжело в одиночестве. Вроде бы через пару дней обещали потепление, и вроде как дожди закончатся, потому что строить во время дождей, ну, это просто невозможно, особенно когда строишь из дерева. Доски у нас лежат на улице, это все намокает, она становится очень тяжелой. Дюймовка весит, наверное, как сороковка.